Впервые свои двери детский сад открыл в 1974 году. Он был построен по решению руководства Инзива. В 90-х детский сад был закрыт. Он пустовал 10 лет. Но даже когда оставались руины, это место все равно называлось «Золотая рыбка». И все окружающие люди, все жители города знали, что это «Золотая рыбка». После того, как бюджет города выкупил это здание, выкупил, это не городское было здание, и потом еще вложил огромные средства для того, чтобы оно стало, каким мы ее сейчас видим, тогда «Золотая рыбка» подтвердила свое название. 10 лет назад детский сад вновь начал работать. Сегодня руководители учреждения и гости праздника вспоминают, как поднимали детский сад буквально из руин. Я пришла, увидела полуразрушенное здание, встретилась со строителями, с подрядчиками. И вместе я пришла в октябре 2008 года, а 2 марта вошли дети в детский сад. Заглянула к предыдущему главе, так удачно он оказался на месте, посетовала, рассказала, что беременные женщины, уже родившие, все печалятся, садик стоит, нам страшно здесь вообще, если что, опасная зона. И вдруг неожиданный звонок, и на Юрьевну подходите, выхожу, а тут целая большая бригада, которая полезла по этому садику. Поэтому вот первыми мы лазили по этому садику и выясняли, что же можно с него сделать. Пришли на праздник сегодня и ветераны учреждения. Татьяна Стукалина имеет экономическое образование, а в последние годы работала в детском саду няней. Говорит, что это не было случайным выбором. Сейчас на пенсии, но по-прежнему поддерживает связь с коллективом. С детьми связь до сих пор. Они мне звонят и поздравляют. И я на пульсе. Конечно, у меня были любимчики. И я, наверное, была чьим-то любимчиком. Кто-то меня из ребятишек любил. Но это, как сказать... Это не может так из жизни уйти. Администрация города поблагодарила весь коллектив детского сада за добросовестную работу и вручила грамоты и подарки. Лучшие педагоги также отмечены благодарностями.